Yamaha на своих кроссовых и эндуро-мотоциклах использует тросиковый привод сцепления. Это VR450F 2020 года не исключение. Японцы улучшают систему, и на новой модели рычаг сцепления выжимается ощутимо легче, чем на старой VR-ке. И даже легче, чем на китайском питбайке со 125-кубовым мотором. Но выжим можно еще облегчить за счет установки гидравлического привода от немецкого производителя Magura. В комплект на эту модель входят рычаг с машинкой, армированный шланг и рабочий цилиндр в сборе. Система уже заполнена маслом и прокачана. Для зимнего хранения мотоцикла удобно воспользоваться сервисом чердак.io. Сервис доступен для Москвы и области. Помимо мотоциклов, на чердаке можно хранить любые личные вещи. Достаточно оставить заявку на сайте или воспользоваться приложением. Водитель чердака самостоятельно заберет мотоцикл, отвезет на чистый, теплый охраняемый склад, накроет чехлом и привезет по вашему запросу в удобное место и время. Ссылка и промокод на скидку в описании к видео. До встречи весной! Для установки необходимо снять сиденье, крышку воздушного фильтра и левый боковой пластик. Оригинальный трос проходит за верхним креплением радиатора, поэтому радиатор необходимо открутить. Чтобы отключить трос, достаточно выкрутить фиксационную гайку. Снизу трос зафиксирован стяжкой, которую можно срезать. Далее снимается машинка и отключается датчик, который не позволяет запускать двигатель на передаче без выжатого сцепления. Стоковая система весит так же, как гидравлическая Magura. Новая машинка крепится быстросъемным хомутом на одном болте. Шланг прокладывается так же, как оригинальный трос, за верхним креплением радиатора и снизу фиксируется стяжкой. Для установки рабочего цилиндра необходимо открутить кронштейн. Шток подключается к рычагу без дополнительной бабышки, как есть. Свободный ход должен быть не более 5 мм. По мере износа дисков сцепления избыточный свободный ход убирается шайбами. Шланг компактно прокладывается без напряжения. Сборка осуществляется в обратном порядке. Чтобы не замыкать контакты в коннекторе под правым боковым пластиком, я оставлю датчик как есть. Теперь сцепление выжимается намного легче. Откидной механизм сохраняет рычаг при падении. Есть удобная регулировка расстояния до ручки руля. Система заполнена специальным маслом, которое не впитывает влагу, поэтому ее не нужно обслуживать, в отличие от тросика или тормозной системы. Кстати, Magura работает намного легче, чем оригинальная машинка Brembo на кроссовом КТМ. Приобрести продукцию Magura можно в нашем магазине.